Черт! Нет, нет, нет! Да где же они? Ресторан Гарсо. Это было вчера? Проваливай отсюда! Но я... Вон! Ты натворил уже достаточно бед! Ладно. Раздобудем вино другим способом. Вчера еще были. Может, там оставил? Я был у твоей... Чёртов латуш! Проклятый латуш! Похоже, тут драка была. О боже, опять вы! Мало вы вчера натворили. Я только... Часы отца не видели? Я не видел. Спросите у тех, с кем вы вчера дрались. Кретин. Эй, ты! Не надо, юноша. С дороги, старик. Не двигайся!
Ты! Где главный? Вот чёрт! Нет, а ну вернись! Где? Дворец! Они во дворце! Спасибо! Все в мешки! Лучше, чем из фермеров медики вытрясать. Нет, вы гляньте, даже горшки из золота. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, под стать твоему. Чур мне серебро! Ну, рада, что мы здесь.
можно мне с тобой, отец? Мужайся, сынок. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Да, Арно. Не любопытствуй. Да, отец. Проклятье! Марво готов! Черт возьми, Трембле! Арно. Ну и видок. Тебе что-то от меня нужно? Сперва ты исчезаешь, потом спрашиваешь? Мне же ясно дали понять, что мои услуги не нужны. Эй, не смей так со мной говорить! И что мне надо сказать? Прости! Что не дал погибнуть? Прости, что ты для меня важнее, чем месть Джермену? Разве у нас не одна цель? Моя цель — это ты. Мне невыносимо горько от того, что из-за меня погиб твой отец. Я делал все, чтобы исправить свою ошибку. И чтобы не дать ей повториться. Впрочем, ты пришла не просто так. В чем дело? В Париже бушует хаос. Жермен превратил революцию в полное безумие. Гильотины работают и днем, и ночью. И что я должен с ними сделать? Мой Арно не задавал бы таких вопросов. Ты выше этого. Я еду в Париж. Ты со мной? Только закончу одно дело. Ладно.
Я займусь поездкой. Береги себя. Не рискуй.